Девочки мои, всем большой привет! С вами Светлана Басина. Уже очень давно не писала никакие видеоролики, однако Faberlic нас сейчас радует таким количеством новинок, просто таким расширением ассортимента. Я думаю, те, кто был в компании вот еще в прошлых годах, несколько лет назад, помнят, что наш ассортимент был гораздо скромнее, чем сейчас. Сейчас с каждым годом просто вау, вау, вау. Даже что там с каждым годом, с каждым даже каталогом, я думаю. И, кстати, я удивляюсь до сих пор таким людям, которые вот, ну, не могут сделать 50 баллов, потому что вот сегодня первый день 15-го каталога, 15-го периода, у меня уже сделан заказ себе лично на 64 балла. Я просто думаю, что вы все равно ходите в магазин, вы все равно покупаете там какие-то средства для своего дома, и декоративную косметику, и уходовую косметику. И сейчас у нас появился такой сегмент, как колготки, одежда женская вот ожидается, детская одежда у нас уже есть. Вы все равно это покупаете, и здесь, в компании Faberlic, вы можете не только приобрести продукцию для себя, но еще и сэкономить, еще и заработать. В общем, одни плюсы я вижу только от сотрудничества с Faberlic. Если вы еще не зарегистрированы в компании, у вас нет скидки 20%, то по ссылочке под этим видео вы можете перейти, заполнить анкетку, регистрационную форму и получить на мобильный телефон ваш логин и пароль для входа на наш сайт и делать абсолютно спокойно заказы со скидкой 20%, получать за них подарки. И абсолютно не обязательно вам эту продукцию распространять, кому-то предлагать, ходить с каталогами. Вы можете просто покупать для себя. То есть это обычная дисконтная карта, как во всех магазинах вы приобретаете абсолютно спокойно. Я совсем недавно приобретала бижутерию в сети магазинов Гала, и у меня там тоже спросили мои данные, номер телефона, и оформили мне дисконтную карту на скидку там 7%, а наш дисконт это скидка 20%. Вот, и вообще, что касается вот этого каталога, который начал сегодня действовать, я уже давно не видела настолько шикарного, просто потрясающего каталога, потому что, ну, столько новинок в нем, столько акций, такие скидки, причем скидки очень хорошие на дорогие продукты, на действительно такие вот, на инновационные какие-то товары. Опять же, по бонусам идут просто шикарные продукты уже давно. И я вот сегодня делаю заказ, я его даже несколько раз разутверждала, представляете? То есть я сделала заказ, утвердила его, потом думаю, нет, надо мне еще купить вот это, потом думаю, надо вот это. И уже в конце концов, когда я уже все утвердила заказ, думаю, все, пошла там делать свои дела, я вдруг вспомнила, что нет, у меня же еще не куплена помада, но уже думаю, ладно, каталог действует 3 недели, я успею купить помаду, сейчас сатиновая помада в нем идет по супер цене и еще там что там себе захочу. А вообще же в этом, да, сделала, кстати, сегодня заказ по этому каталогу, он придет в четверг, он у меня огромный, просто на 8000 рублей, и, в общем, покажу вам, что там мне пришло, в каких количествах, какие позиции я себе выбрала. А сегодня в этом видео вообще хочу рассказать вам о просто невероятных покупках своих по прошлому каталогу. Точнее, даже это будут не все покупки, это будет их часть. Да, давайте начнем. Первое, это вот то, во что я одета, это водолазочка Faberlic. Они, кстати, есть и в 15-м каталоге. Сейчас я вам покажу их в невероятных каких-то сумасшедших оттенках. Вот они представлены всеми просто цветами радуги. Тот оттенок, который одет на мне, это цвет коричневый меланж. Еще я взяла себе голубую такую водолазочку. Те, кто есть у меня в друзьях ВКонтакте, те, кого нет, те добавляйтесь по ссылке, опять же, в описании оставлю. Так вот, те, кто есть у меня в друзьях ВКонтакте, может быть, видели, я фотографировалась в одной водолазке и во второй показывала вам, как они выглядят на мне. Ну, вот сейчас одна из них на мне одета. Кстати, цвет, ну, просто такой цвет, я в него просто влюбилась сразу. Вообще считаю, что водолазка такая универсальная вещь, ее можно одеть и с джинсами, и с юбкой, и в каком-то спортивном комплекте, и в классическом строгом варианте. В общем, сейчас, когда вот еще нет таких сильных холодов,
Водолазочка под пальто. Вот, отличный вариант, я считаю. Я такая довольная. Я купила себе две. Вот, смотрю еще вот на этот цвет, на бордо. Смотрю на синий цвет. Очень он мне нравится. Очень мне нравится вот этот вот фиолетовый. Кстати, вот эта девушка-модель как раз вот сидит в водолазке вот в этом фиолетовом исполнении. В общем, я думаю, что я приобрету себе что-нибудь. Какой-нибудь еще оттенок, и, наверное, даже не один. Стоит водолазка по каталогу 999 рублей, со скидочкой 20% она для вас будет значительно дешевле. И, кстати, размеры совпадают. Здесь вот есть такая табличка, измеряете у себя обхват груди, обхват талии, обхват бедер, и выбираете соответствующий размер. Я девушка хрупкая, мне, кстати, очень сложно подобрать такие вещи, чтобы они вот были вот по мне. Но 42 размер я взяла, и меня, в принципе, устраивает он. Очень мне понравился здесь воротничок. Его можно как вот завернуть, если вам хочется, да, чтобы он был покороче, так и поднять его, оставить, чтобы он был вот так как бы, ну, драпировался тут как-то по-своему. Он абсолютно по шее, нигде вот так он не отвисает. То есть вот он обратно, да, пружинит. И она сама по себе не короткая, а она такая немножечко вот где-то, ну, сантиметров, наверное, хороших 15 сантиметров, если не 20, она от талии у меня, вот если я ее вытяну в полный рост. То есть как бы нормально, если одеваете с джинсами ее, которые заниженной талии, вот я обычно ношу такие джинсы, то она вам будет закрывать живот, не будет здесь никаких вот полосок кожи, которые смотрятся очень вульгарно. Поэтому все в порядке, водолазка мне очень нравится. Рукава, вот длина рукава показываю вам, да, то есть все хорошо, берите. И вторую сразу вам покажу. Вот она у меня здесь. Так, это я вам, наверное, ее не той стороной повернула. Ну вот получается ее воротник тоже, да, здесь я просто гладила, и у меня здесь вот какая-то полоска. Но это от утюга, думаю, что это пройдет. Вот. Вот такого вот цвета. Это тоже 42 размер. Водолазочка. Точно такая же, точно такого же размера, как одета на мне, но уже в голубом исполнении. И в дополнение к водолазкам, тоже во всех цветах радуги, у нас сейчас представлены колготки 60 ден. Это просто нечто. Тоже вот пока еще нет минусовой температуры на улице. Очень здорово. Посмотрите, вот, кстати, как вот я взяла водолазку, в таком же цвете есть колготки. Я себе такие колготки не брала, я себе взяла бордовый, зеленый, коричневый меланж. Кстати, вот коричневый меланж с этой водолазкой, вот они тоже сочетаются очень здорово. И колготки, кстати, у меня вот эти 60 ден, есть еще с прошлого года, с ними ничего не случилось, они нигде не протерлись, не закатались. Ну, опять же, наверное, зависит от того, как вы их стираете. Но вот у меня не закатались колготки, хотя я очень часто люблю что-то поменять. Ну, в общем, у меня есть еще такие колготки прошлогодней партии, в общем. Так что колготки прочные, надежные, хватит надолго. Сейчас эти колготочки стоят 349 рублей, немножко стали подороже, но, опять же, да, со скидкой можно взять их дешевле. Они идут с эффектом велюра, в составе полиамид эластан, но хлопковая ластовица в них есть, и действительно плоские швы, то есть они очень красиво смотрятся на ноге, просто потрясающе. Я, кстати, знаю даже, что женщины уже за 50 лет у нас берут тоже цветные колготки, и, кстати, смотрятся они ничуть не хуже, чем на молодежи, очень ярко, так стильно, динамично. Мне очень нравится, поэтому я всем просто рекомендую обратить внимание на эти колготки. Вот, это что касается таких вот наших цветных дополнений к водолазкам. Но что мне больше всего... А, сейчас, кстати, вам покажу колготки, как они выглядят в упаковке. Все у меня попадало. Так, это у меня черные, и эти тоже черные. Ну, то есть вот такая вот обычная упаковочка, 60 ден, не буду уже другие доставать. Ну, смысл в том, что вы знаете, что есть и цветные, да, вот. Так они выглядят. Размеры, в принципе, тоже, кто как и берет капроновые, двойка, тройка, четверка, пятерка, то есть все они, как бы, в принципе, есть. Но что меня порадовало больше всего, это колготки для девочек. Детские колготки. Ну, кстати, я думаю, что их можно и для мальчиков. Это так уж они для девочек, потому что для девочек, а
Вообще их можно и для мальчиков. Вот так они выглядят в каталоге. Вот такая вот богатая просто палитра. И они, самое интересное, они тоже идут, кстати, по росту, по обхвату бедер. Тут можно размер подобрать. Они приходят в такой потрясающей коробочке, что их даже вот в подарок, если будете делать кому-то вот подарок, девочкам, там, своим родственницам, там, не знаю, племянницам кому-то, да, то просто вот они такие шикарные, я вам сейчас их покажу. Цена их в каталоге 299 рублей, со скидкой 20%, опять-таки дешевле. И они, кстати, и в составе у них 82% хлопка. Они 100D, очень плотные, есть 10% в них спандекса, то есть они немножко тянутся. Ну и полиэстер, как обычно, да, у нас добавляется сейчас практически во все изделия одежды. Так. Вот, смотрите, как выглядят колготки. Это у меня цвет синий. Здесь у меня коробочка уже пустая. Здесь у меня был коралловый цвет. Для чего я ее вам показываю? Для того, что, смотрите, вот эти вот ножки, они прозрачные, и туда уже потом вставляются колготки цветные, да, и вот их видно, вот что, как они на девочке. Коробочка вот такая вот плотненькая. Сейчас посмотрю. Вот еще у меня остались здесь голубые. Я вообще заказала их очень много и своей дочери, и у меня клиенты делали очень много заказов. Все довольны, всем они нравятся. Вот. А в серых у меня дочь сегодня ушла в школу, поэтому тоже не могу вам показать цвет. Вот остались две пары синих и одни голубые колготки. Вот, я, наверное, покажу вам, как они выглядят внутри. Они у меня тут новенькие, поэтому, чтобы вы знали, какие они вообще есть. Пакетик. Вот, кстати, я их сняла, да, и опять вот она пустая. Пакетики, картонка, и на картонку, ну, как обычно, в принципе, стандартная упаковка. Вот эти колготочки. По-моему, так вообще такой потрясающий, красивый, нежно-нежно-голубой цвет. Пяточка, покажу вам, очень плотненькая, хорошая. Кстати, тянется она, то есть тут можно размер варьировать, регулировать. У меня это, кстати, размер 140-146, вот. Колготки я беру своей дочери, и внутри вот они выглядят вот так вот, то есть мягкие, приятные к ножке, все хорошо. Такая вот тут попа, такие вот колготочки. Вот, поэтому, девчонки, ну, в этом видео все, что хотела сказать, наверное, уже вам сказала, наговорила, смотрю, на целых 12 минут. Обязательно добавляйте меня в друзья ВКонтакте, я там тоже выкладываю, бывают всякие разные интересные фотографии своей покупки Фаберлик. И, конечно же, если вы не зарегистрированы, переходите по ссылке, регистрируйтесь и до новых встреч. Пока-пока!